мне кажется, относиться проще ко всему и понимать, что это наша работа, и мы профессионалы, и от такого графика никуда не уйти, не спрятаться, не скрыться, поэтому готовимся и тренируемся, и общаемся, смотрим видео, и получаем установки, и все, в принципе, в рабочих моментах, и все это понимают прекрасно. В этом и вся сила, что каждый может стать лидером в определенном матче, и все поддерживают друг друга и пытаются играть на команду, и самое главное, что в этом и наша сила, что длинная скамейка, и каждый может выходить и проявлять себя. Команда сейчас хорошо играет, и у них, прежде всего, мне кажется, добавили в защите и помогают со слабой стороны, с сильной стороны. В общем, игроки прессингуют, и даже когда мы смотрели нарезки, они даже при плюс там 15 прессинговали, так что ребята настраиваются хорошо, серьезно, и всегда в Санкт-Петербурге непросто играть. For us, I mean, there has been a rhythm over here with a lot of games. For sure that has the impact, but as I said, always we count on the deep roster and the players that they've been ready for such a rhythm. Of course, it's hard. Zenit has a new coach and a new system. They have changed things, especially on the defensive end, but also on offensive end. They do have our respect for a lot of reasons. They play much better at home. They're very competitive, and this is a tough game for us.